Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами посмотрим 5 квартир планировки 1+1 в доме, который вы видите за моей спиной. Что примечательно, все квартиры на разных этажах и смотрят на разные стороны света. По ходу, когда мы будем с вами проходить по дому, я буду комментировать, какая квартира куда смотрит. Итак, планировка у нас у всех 1+1, жилая площадь 37 квадратных метров, зданию еще не исполнился год, введено в эксплуатацию, искан есть, находится Мезетли Солли, это 1000 метров до замечательных песчаных пляжей Солли, там, где вы можете отдохнуть, искупаться, можете посидеть и прекрасно провести время в ресторане. Также в пешей доступности у нас находится торговый центр Солли. Очень большое количество магазинов разнообразных, есть амфитеатр, где вы можете культурно и прекрасно провести свой досуг. Ну и также, естественно, в прям непосредственной близости от дома проходят все маршруты транспортных средств, на которых вы можете уехать в любую точку города. Итак, друзья, давайте непосредственно уже перейдем к самому дому. Дом у нас 5-этажный, огорожен. Находится под круглосуточным видеонаблюдением. И давайте начнем с осмотра первой квартиры на первом этаже. Поднялись на первый этаж. Это первый высокий этаж. Здание 5-этажное, но в здании лифт есть. Итак, первая квартира с направлением окон у нас северо-восточная. Это у нас восток. Здесь у нас салон. Квартира полностью готова к проживанию, необходимо только завести мебель. Установлены радиаторы отопления, есть подготовка под кондиционеры. Давайте посмотрим, что у нас вид за окон. Замечательные стеклопакеты, однокамерные тонированные стекла, вид во двор. Это у нас север, вот так у нас будет вид на восток. Сейчас мы с вами выйдем на балкон, посмотрим, как у нас выглядит это дело все с балкона, что мы видим отсюда. На балконе у нас есть подготовка под газовое оборудование. При необходимости вы можете установить газовый котел, и уже будет у вас отопление. Также здесь устанавливается стиральная машина, вешаются двигатели кондиционеров. Здесь у нас мы видим с вами университет Торос в нулевой доступности. Кому надо будет обучаться, вы можете смело сюда заходить. Это была у нас восточная сторона. Дальше. Санузел. В санузле установлена вся сантехника. Душевая кабина, унитаз. Рукомойник. Зеркала. Все квартиры оснащены домофонами. И спальная комната. Также установлены радиаторы отопления, вывод под кондиционер. Ну, давайте посмотрим в окно. Такой у нас вид. Итак, теперь мы с вами поднимаемся на третий этаж. Поднялись с вами на третий этаж. Итак, здесь у нас квартира по центру, расположение в здании по центру, направление южное. Если предыдущая квартира у нас была угловая, то здесь у нас все окна смотрят только на юг. Точно так же здесь будет подготовка под кондиционер. Как вы видите, установлен радиатор отопления. Это во всех квартирах уже все есть по умолчанию. Вид из окна. Это спальная комната. Также, друзья, отмечаю ваше внимание, обращаю ваше внимание на то, что контакты находятся в описании, как и локация на само здание. То есть вы можете пройти по ссылочке, которая указана в описании, и посмотреть на Google картах, как и где расположен дом. Это тоже очень важный момент. Но чтобы вы понимали, хлопнула дверь, небольшой сквознячок, но это даже хорошо в жаркую погоду. И давайте выходим на балкон. Как вы видите, точно так же здесь расположено место для установки газового оборудования. Здесь у нас вот такой вот вид с балкона. Итак, мы продолжаем наш путь по зданию и идем на четвертый этаж. Поднялись на четвертый этаж.
Итак, это самая интересная, наверное, квартира, потому что здесь, как вы видите, уже есть установлена как мебель, так и бытовая техника. Все совершенно новое. Есть холодильник, есть газовая плита, есть духовой шкаф, освещение, есть уже диван, установлены точечные светильники освещения, повешены шторы. То есть, по сути, вам остается только уплатить необходимую сумму, получить ТАПУ, и вы уже прям сразу заезжаете. Есть стиральная машина, вся техника совершенно новая. Итак, давайте, что у нас по виду из окна? Получается, у нас направление это на запад, это на север. Так как квартира у нас угловая, вид у нас получается северо-западный. Идем дальше. Здесь у нас уже установлен термосифон, горячая вода есть. То есть вы покупаете, заезжаете и уже все, живете без проблем. Установлена кровать. Повешены шторы, и есть уже шкафчики, куда можно сложить свои личные вещи. Очень удобно. У нас осталось две квартиры на пятом этаже. Давайте пройдем посмотрим. Итак, это самый верхний, самый высокий этаж, пятый. Здание у нас пятиэтажное, и здесь у нас две квартиры, которые одна смотрит на юг. Это чистый юг. Квартира находится по центру здания. Это спальная комната. Как вы видите, все квартиры повторяются. Разница единственная, в чем заключается разница, это в том, что какие-то квартиры угловые, а какие-то квартиры по центру. Вот эта квартира, в которой мы сейчас находимся, она является, стоит по центру здания. В принципе, разницы особо никакой нет. Это уже зависит от ваших предпочтений. То есть, как бы, выбор здесь очевидный. Можно выбрать любую квартиру с любым расположением и с любым видом. Это была у нас квартира с южным направлением. Теперь давайте посмотрим квартиру, которая смотрит на север. Прямо напротив. Переходим сюда. Смотрим, как у нас все абсолютно так же, все зеркально. Единственное, конечно, меняется вид. Ну и естественно, друзья, как бы северная и южная сторона будет отличаться тем, что кто-то любит потеплее, кто-то любит немножко попрохладнее, да? Вот. И это тоже можно выбрать. Потому что здесь все-таки преимущественно теневая сторона. И для кого тяжело находиться в жарком климате, здесь будет намного проще и легче. Кто наоборот любит жару, кому хочется побольше тепла, пожалуйста, северная, вернее, пардон, южная сторона. Не забывайте, что все контакты указаны в описании под видео. Набирайте, звоните, пишите. Мы вам обязательно ответим. Все юридические сопровождения сделок проводит компания «Султан-2699». Вот такие вот квартиры, друзья. Как вы видели, выбирать есть из чего. Есть вариации направления сторон света, есть вариации по этажам. Замечательная локация в прекрасном районе, в прекрасном городе. Я не знаю, что еще добавить. Желаю вам мира и добра. Всего доброго. Пока.